Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Страница 11, упражнение номер 4. Определение вычисляя, в каком из примеров каждой пары ответ будет больше. Проверь вычисление. Первая пара 10 минус 3 и 10 минус 4. Чем больше число мы вычитаем, тем меньше остается. Поэтому больше будет в первом примере. Проверяем. 10 минус 3 равно 7, а 10 минус 4 равно 6. 7 больше, чем 6, значит, мы определили правильно. 8 минус 2 и 8 минус 1. Опять, чем больше мы вычитаем, тем меньше остается. Больше мы вычитаем в первом примере, значит, здесь будет ответ меньше, а во втором примере больше. Проверяем. 8 минус 2 равно 6, 8 минус 1 равно 7. 6, 7 больше, чем 6, поэтому наше предположение было верно. 9 минус 2 минус 3 и 9 минус 3 минус 4. В первом примере мы из 9 вычитаем 5. Во втором примере мы из 9 вычитаем 7. Чем больше мы вычитаем, тем меньше остается. Больше мы вычитаем во втором примере, поэтому здесь останется меньше, а больше будет в первом примере. Проверим. 9 минус 2 равно 7, 7 минус 3 равно 4. 9 минус 3 равно 6, и 6 минус 4 равно 2. 4 больше, чем 2. Поэтому наше предположение верно. 7 плюс 2 и плюс 1, и 7 плюс 2 минус 1. Первая часть примера 7 плюс 2 одинаково. И в первом, и во втором случае. Но в первом случае прибавляют 1, а во втором случае вычитают 1. Если прибавляют, становится больше. А если вычитают, становится меньше. Поэтому больше должно быть в первом примере. Проверяем. 7 плюс 2 равно 9, 9 плюс 1 равно 10. 7 плюс 2 равно 9, 9 минус 1 равно 8. 10 больше, чем 8. Наше предположение верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.